Наконец-то мы пришли. Я думаю, это именно то место. Ну да, прям ну, как и на фотографии. Мы пошли. Ну да. Да, по дешевке видно, что лифты не работают. Какой сон по ним? Ну, налево. Кстати, а где это? Персонал. Ну, может, где-то наверху. Ну, дешевый же отель. А, походу уже все спят. Ладно, я не буду открывать дверь чужие. Там люди спят, наверное. Ну да, будем идти. О. Время 2 часа ночи. А мы чё сюда тогда приперлись? Чё, забыл? Мы с Пахой идем. Мы отдыхали весь день. А, точно. До вечера. До дома далеко, поэтому возьмем маленький. Как думаешь, как нам на второй? Тот заблокирован. Давай посмотрим этот этаж. Давай. А там закрыто? Там закрыто, да, там решетка. А. Ну ладно, идем. Ох. Это свет выключился? Да, это свет выключился. Ну, понятно, дешево, наверное, уже выключают, наверное, скоро. Типа все спят уже, наверное. Давай быстрее. Мы идем тут. Ноги болят, пипец. Лифт? Может, рабочий? Нет, не работает. Не думаю, что... Ну, на первом же этаже был закрыт? Кто-то кашляет. Человек... А вдруг человеку плохо? Я туда не собираюсь идти. Знаешь что, мне никогда не нравились такие отели. Подожди, может надо в ту дверь, реально, может человеку плохо? Не знаю. Ну давай, ты первый. Ты первый. Ты. Ты. Су-е-фа. Фа? Кажется. Подожди, давай, су-е-фа, камень. Фа, ножницы. Все, ты идешь. Давай. Ой, тебе надо? Да давай уже, открывай. Ну-ка я после... Заперто. Вот это дверь. Давай, кто идет туда? Ничто нет. Подожди, может, вот третий... Это? Подожди, идем сюда. Ой, эти две? Нет, эти закрыты, забыл. Может, надо подняться? Может, это наверху? Плохо. Ладно, идем. Ну, может, стены просто тонкие? Как-то страшно. Вот я спиной и иду. Ты странный. Так, главное, об ступеньки не запнуться. Тут смотри. Открыто. Странно. Может, четвертый открыт? Не, ну как обычно. Ну чё, Павел, иди. Я за тобой прямо. Ты чё? Иисус. Да не ссы. Я никогда отели не любил, я тебя так скажу. Просто я много фильмов ужасов смотрел, в отеле всегда... Особенно в самых диж... Там свет мигает. Первый признак хоррор-фильмов. Ты слишком много фильмов смотришь. Тебе надо заняться своей собственной жизнью. Тебе плачет. Черт, заперт. Ну и кто туда первый пойдет? Как обычно. Иди прямо, я прямо за тобой. Не, давай наоборот. Я причем уже... плечу, давай. Давай. Причем к плечу. Да, причем. Идем. Идем. Стой. Если мы что-то там страшное, помни меня как героя. Идем. Идем. Чисто. Постой. Стой. Там же это вещь. Что, там ничего нет? Там что-то желтое. А, это свет. Ручка. Забыл.
Это свет там. А, ладно. Почему я слышу звуки клацанья? Свет, выключись там. Нам точно нужно туда идти? Да давай ты первый, ты фильмы почти не смотришь. Ты пугливый? Да я правда пугливый. Короче, я говорю то, что... Помнишь, когда мы посмотрели... Типа, сколько легко напугает? Помнишь, когда мы смотрели хоррор-фильм один раз у тебя, то я сказал то, что пойду в туалет, а на деле же я пошел спать. Я тебя подносила тусовку, однако. Ты ешь? Я иду. Ты что, еще темноты боишься? Ну, мы не боимся темноты. Я не боюсь темноты, я боюсь то, что в ней обитает. Ну, ты знаешь, бурная фантазия у меня. Всяких клонов насмотрелся? Ну, давай идем. Давай идти вместе. Давай. Мне очень не нравится эта лампочка. Нам надо в 705-ю комнату. Может, пятый сразу? Да... По стандартам. О, спой на сутку. Если будет какой-то звук, ты мне сутку дашь. Ладно, давай. А если он, конечно, будет... Идем. Что это там за хрень была? Ты это видел? Да. Ну, это не... я пошел, отель был хороший. Стоп. Может, не надо? Стоп, стоп, постой. Постой, ты слышал? Ну да. Ты это слышал? Да, я слышал, будто дверь закрыли на ключ. Черт, походу. Ну, на не остается выбора. Идем. Идем. Если там что-то будет снова страшное, ты мне даешь сотку. Если мы выживем. У нас и так 100 рублей у каждого. Проверь. Нет, ты. Проверяй давай. Чисто? Почему мне кажется, будто сейчас кто-то из-за угла выбежит? Погоди. Чёрт, сейчас. Вот позвони попробуй другу. А? Типа, я достал телефон, типа, набираю номер, окей, сделаешь? Потом да, сделаю. Буду кому-то звоню, окей? Да, давай. Окей. Так, звони Миросу. Ждем. Он трубку не бьет. Да, наверное, спит, блин, 2 часа ночи. Стопы. Ты это видел? Что? Что помехнуло там? Я не видел. Ну это так. Ты там. Ну плохо только в туалет пошел. Ну, плохо стало ночью. Да я там, блин, свет мигает. Там свет выключился. Они на свет вообще платили? Чисто. Может, спиной пойдем? Ну да. Схватит тебя. Это из лифта. Пойдем отсюда. Пойдем. Да стой. Я не думаю, что дверь сюда будет. Давай просто не будем бояться этих дверей. Ну, из двери-то никто не выбежит, а из-за угла. А вот угла надо бояться. Чисто. Постой, ну-ка смотри. Странно. О! Ты это видел? Да. Я ж говорю. Сейчас, погоди, дай дышусь. Тихо. Идем туда или нет? Может, уедем отсюда нафиг? Где стоп? У нас же машины нет. Вольную супер позвонить. Попробуй. Так набираю. Набрал все. Он отменил. Отменил? Он снял трубку. Да ну ё-моё. Ты что-то мёрзу не вовремя всегда.
Да блин, 3 часа ночи уже. Ну, почти 2:35. Ну да, почти 3 часа. Говорят то, что 3 часа ночи ну, это фантомное время. Иди ты вперед. Может, вдвоем за руки возьмемся? Чисто. Какая у тебя красивая, блин. Наверх можем не подниматься, там закрыто по-любому. Да, да, подтвердил. Ох, великий свет, я так тебе рад. Ох, великий свет, появись там. Постой, ты видишь, что мы вообще дойдем живыми до 7-й комнаты? В смысле до 7-й? Нам что, на 7-й этаж подниматься? До 7-го этажа, да, до 7-го этажа. Подниматься до 7-го? Доллары какие-то. Знаешь что, братан? Что? Может, не надо? Сы. Там эта фигня ходит. Смотри. Что эта фигня там делает? Ты это тоже видишь? Да. Пойдем? Ну давай иди. Не. А может... Ладно, просто тупой, что еще пытается было этот дом. Она бьется. Идем вместе. Идем. Постой. Я назад смотрю. Ну смотрим. Их полицию отправим в этот отель. Ну, сфоткаем эту чебурду. Нет, там не поверят, потому что там сумасшедшие. Ну мы что-то снимем. Ну ладно, сейчас я включу камеру. Постой. Давай. Камера вроде у тебя в рюкзаке, а ну-ка встань. Позже. Фуляка у тебя там. Тогда последний раз чистил. Да блин, там просто рыба один раз протухла. Вот. Сейчас включу. Все готово. Ладно, снимаем. Ты чё, разбил эту? Нет. Я слышал, как кто-то бежал и резко бац. Что там? Я туда не пойду. Что там? Посмотри. No entry, нет входа. Может на 7-й? Сразу. Нет, пожалуйста. Блин. Ну, кубик, ты знаешь, что нам придется сделать. Реально страшно. Ну подожди. Фиг ли мы должны туда идти, если там закрыто? Ну типа нету входа. Нам же сказали идти туда. Ну блин, мы почему могли бы отпереть? Чё за? Что там? Стул? Стул, всё нормально? Он подвинулся. А он не двигался. Он подвинулся. Он стоял вместе с этим стулом вот здесь. Он взял вот здесь, подвинулся. Окей. Ты после этого всего мне не веришь? Ты да... серьёзно? Я верю тебе в эту фигню. Нам надо ровно на 7-й. Что там? Чего тут это нету? Так, пол-то же прошли, это отлично. Не, подожди, стоп, если тут нету входа, то откуда то звуки? Идем. Без комментариев. Ну, сиди в этаже.
Окей. Так, окей. Ну, блин, это последний этаж, что не так? Да все не так. Господи, надо бы этот отель нафиг снести. Что там? О, дверь открыта, наш номер, кажись. Да погоди, почему тогда... Тебя ключ выдали вообще? Нам сказали идти туда. Может, пройдем мимо? Так. 705-е это. Да не, давай прямо, давай еще посмотрим. Я уже устал, ты издевайся. Ну блин, только 3 часа ночи, что не так-то? Мы весь день отдыхали в парке. Погоди, это выход обратно. Подожди, может, надо вниз спуститься? Не-не-не, никогда. Не, ну мало ли. Нас там ждут. Ладно. Поэтому иди ты. Ты. У тебя ключ. У тебя ключ-карта от всех комодов. Не буду. Камень, ножницы, бумага и вот я. Фа! Камень. Бумага. Собака. Ты поменял. А, yes. Давай идем вдвоем. Ладно, играем до двух. До двух играем. Камень, ножницы, бумага, суефа. Камень. Суефа. Камень. Да блин. Иди. Я прямо за тобой. Подожди, у нас же... Это же наш номер. А, окно. Окно? Дверь открыта. Да блин, телек не работает, печально. Выбейте его. Тебе лучше, мы мне никогда не нравились. Ладно, идем давай. Какая мягкая кровать. Давай ты первый. Это туалетная. Ну блин, я застрял. Давай ты дальше без меня. Я застрял. Я реально застрял, я прыгать не могу. Окей. Иди. Зеркало. Что там? Съезжаем отсюда. Пацан, я не могу. Так, черт. Опять пришлось перебегать. Ё-моё. Ох, черт. Да пол провалился подо мной. Упал. Ох. Заходим. Что там? Покажи. Заходи. Идем вместе. Заходим. Да идем вместе. Тут ничего нету. О, я понял. Get out. Валим отсюда. Ну давай. Может, мы не в ту... А что там? Ну давай посмотрим. Что-то там теперь ноги не поранил, пока упал? Да нет, не поранил. Отлично. Ну, чуть-чуть, блин, там хрустнуло что-то. Ключица хрустнула, болит теперь. Я же говорил, блин, не надо брать такие дешевые отели. Закрыто. Ладно, давай, уходим отсюда. Давай. Давайте, все, конец видео тебе. Мы ушли. Не, мы должны концовку показать. А, ну ладно. Тут же две концовки. Молчит, как это может быть?
Ну, как думаешь, лифт вообще работает у нас? Завели, чтобы он работал. Ну да. Сезам, Кстати, ты заметил то, что все номера закрыты, кроме нашего? чё, валим отсюда быстрее. Вот ты это заметил? Чё, ты мне уже... Потому что я хочу сильно спать, уже глаза начинают галлюцинации. Да господи, сколько время? 4 утра. 2:46. 2:46. Да господи. Закрыто, как обычно. Хорошо то, Помнишь, я... что первый этаж самый тут безобидный, как по мне. Там что-то стоит или нет? Оно встало. стоит. Он на нас смотрит. Куда? Я не хочу туда идти. Идем. Эй, ты, за нас видишь, мы тебя не боимся. Я снимаю. А может, нас и не найдут. Сразу отправлю в соцсеть. Первое. Все отправил. Здесь интернет. Ну, вроде должен. Почему у меня есть этот роутер с Тут не собой? ловит. Почему у меня роутер с собой есть? Дай подключу куда-нибудь. Вот тут розетка. Ну вот интернет появился. Давай подключайся и скидывай. Это будет долго идти. 5 минут еще. Принципе, я могу носить роутер с собой, но вот розетку нет. У меня-то розетка довольно длинная, ну именно шнур. Примерно вот до этой комнаты. И роутер не оторвется. Ну, давай постоим, подождем. Смотри на него. Все, попалась. Да неужели все отключаю роутер и ложу в рюкзак? Давай. 5 минут ждали. Ну, да. Все на камере. Неизвестное существо. Почему лифт открыт? Стоит?